течение всего этого года проходили мероприятия по всем регионам России, связанные с 150-летием переселения корейцев в России. В этих мероприятиях принимали участие и Ассоциация корейцев Казахстана, и наши филиалы в регионах, и такие проекты, как автопробег «Караванович», да, который проходил через Казахстан, и три заезда у нас было на территории этого КБ, Казарду, и затем, значит, в Алмату мы принимали всю эту команду, или издание этой книги, такой, значит, главной книги юбилея, да, Куризаров, принимали мы тоже в этом участие, и в других проектах тоже. Сейчас это заключительное мероприятие проходит в Москве. Сегодня состоялся международный форум русскоязычных корейцев. Будет концерт, будет театрализовано представление нашего государственного театра корейского. Приехала большая группа и наших общественников. Это президент Ассоциации корейцев Роман Михайлович, это и первый вице от АКНЦ Брюзар Сергей Чин, и газета наша, и радиовещание, конечно же, наше телевидение. Поэтому присутствие казахстанских корейцев здесь заметное. Мы принимаем участие во всех проектах и программах вот этих заключительных мероприятий. Мы отмечаем это как наши общие даты, потому что наши деды и прадеды, они переселились из Кореи на русский Дальний Восток. А наши родители, уже рожденные там, на Дальнем Востоке, были депортированы в 1937 году в Казахстан. Поэтому большой кусок истории прошлого – это, конечно, наша общая история. Мы не можем этого забывать. Сейчас мы живем уже в разных государствах, в разных странах. У нас разные цели и задачи. Но, тем не менее, нас еще связывает многое общее. И мы, конечно же, пытаемся это общество сохранить в будущем. Отлично.